На сцену вынесли чаши, а в них название 32 сборных, которые претендуют на главный трофей ФИФА. Наша страна проводит такую жеребьевку впервые. Известно, с кем сыграет первые матчи на турнире российская сборная. Ее соперниками стали Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Всех соперников группового этапа определил случай. А накануне этого события в столице России прошли презентации всех 11 городов, которые летом примут Мундиаль. В том числе, конечно, был и Сочи. Наша страна с нетерпением ждет чемпионата мира и намерена провести его на самом высоком уровне, чтобы ведущие футболисты смогли проявить все свое мастерство, показать настоящий большой футбол. И, конечно, мы верим, что незабываемые впечатления чемпионат оставит и у тех, кто приедет в Россию поддержать свои команды. Они не только воочию увидят игру лидеров мирового футбола, но и познакомиться с российской культурой, с нашей историей, уникальной природой России. И, конечно, смогут прочувствовать наше традиционное радушие и открытость. В Москву на жеребьевку ФИФА приехал и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он следил за церемонией, а после прокомментировал в Твиттере. Уверен, это будет ярко. Ожидаем настоящего спортивного праздника и честных, зрелищных футбольных битв. Конец цитаты. По мнению губернатора, наш край уже показал свой спортивный потенциал и гостеприимство во время Кубка Конфедерации. К примеру, сборная Германии тогда дважды выступала на нашей арене, и теперь футболисты всерьез задумались над тем, чтобы сделать именно Сочи своей тренировочной площадкой на весь чемпионат мира.